Всем добрейшего времени суток, с вами Горыныч, и 56-я часть видеопрохождения игры Ведьмак 3 Дикая Охота. Так, что тут у нас есть? О, у тебя башка крутится? Ну, бывает, паренек. Так, до полуночи надо дожидаться, да? Так, что тут? А, это Хаттори. Это еще один квест. Оружейник, по-моему, а не, мечник. Наше главное блюдо. Всячески рекомендую. Что от меня? Гладгерн в моем заведении? Не может быть. Откуда ты знаешь, что я ведьмак? Ты шутишь? У кого еще клинки с серебряной рукоятью? Махаканская работа, а? Дюймов 40 будет. Специалист по мечам. Ты должна быть Эйвор Хаттори. Ха, вот меня и раскусили. Да, он самый. Геральт из Ривии. Я слышал о тебе много хорошего. Приятно познакомиться, Геральт. Чем могу служить? Может, вареник другой? Давай попробуем вареники. Чтобы хозяин не обижать. Вкусно. Я рад. Могу я еще что-нибудь для тебя сделать? Я ищу хорошего мечника. Ты знаешь кого-нибудь? Ха! А тебе не кажется, что третий меч на спине уже перебор? Ладно, если серьезно, ты хоть иногда куешь что-нибудь? Откровенно говоря, редко. Я теперь делаю вареники, надо же жить на что-то. Но грустно мне без мехов и наковальни. Если бы не этот гребаный Ван Хорн... Похоже, я не знаю этой истории. Не завлекать же клиента ведьмака варениками. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Ох, ё. Сколько же у тебя тут мечей? И непростых. Оставил себе несколько на память. Жаль, ты этим больше не занимаешься. Я бы с удовольствием поменял свое оружие на такой клинок. Почему вдруг великий мастер решил месить тесто? Так и денег больше. А главное, безопасней. Повара не пропадают без вести и не становятся калеками. Понимаю. Кто-то контролирует новиградский кузнечный рынок. Формально нет, но... Все поставки идут через Эрнста Ван Хорна. А он, говорят, часто играет в карты с тесаком. И кто такой этот Эрнст Ван Хорн? Начинал он скромно. Была у него маленькая мастерская в доках. И очень большие амбиции. Он знал, что не сможет сделать остальных мечников мастерством. Вот и искал другие способы. Другие? Одного грязью облить, у другого выкупить долги за бесценок и отнять мастерскую. А если попадется долбанный нелюдь, донести властям, что тот говенкар. Как я понимаю, от тебя он избавился именно так. Я сначала боролся. Ходил в ратушу, вел переговоры, только все зря. Он уже тогда был под охраной тесака. А в Новиграде мало кто перейдет тесаку дорогу. А ты не пробовал с ним договориться? С Ван Хорном? Да что ты! Это же куча дерьма! Или ты играешь по его правилам и платишь ему процент, или тебя просто не существует. Понятно. Ну знаешь, мне жаловаться не приходится. Вареники дают отличный доход. Только вот... Ты тоскуешь по мехам и наковальне. А ты не пытался наладить поставки из других источников? Все бандиты контролируют. Как мне с ними договариваться? Хотя, может, если бы ты помог мне в этом деле. Предлагаешь мне заняться твоими поставками? Это как? Просто сходи со мной навстречу в качестве охраны. В свое время я пытался сговориться насчет поставок железа с человеком короля нищих. Ну да. Его-то эмбарго тесака не сильно заботит. Только король потребовал какой-то сумасшедший процент. Ну, может, ты бы мне помог с переговорами?
Недаром, понятное дело. Договоримся. Я мог бы, например, выбрать для себя что-нибудь из этой коллекции. Ах, забудь об этом мусоре. Я выкую тебе клинок, которым ты сможешь убивать богов. Ну, не знаю. Что-то мне не хочется лезть в дела новиградского преступного мира. Мне бы твоя помощь здорово пригодилась. Этого сукина сына надо как следует проучить. Я буду тебе должен до конца дней. Хочешь латный доспех? Я тебе устрою. А может, трибушет или там катапульту? Я согласен. Устраивай встречу. Замечательно. Встретимся, как стемнеет, у журавля в доках. Нет, давайте сначала с Трис встретимся. Так, здесь встретиться с часовой нечто огня. В порту около полуночи. Пошли медитировать. Полночь. Хорошо, что ты пришел. Послушай, присмотрелась я к казармам. Не нравится мне все это. В смысле, им не помешает ремонт? В смысле? Это настоящая крепость. Высокие стены, охрана у ворот. Внутри полно людей. Мы не проберемся внутрь. Силой тоже ничего не сделаешь. Менге успеет сбежать. Так что ты предлагаешь? Возьми кандалы и надень на меня. Трис, понятно. Сейчас не время для таких игр и не место. Может, я тебя удивлю? Но кандалы служат не только для забавы. Подумай, если ты приведешь охотникам подлую Трис Миревой, они не то что ворота откроют, они тебя еще и к самому Менге проведут. Исключено, это слишком опасно. На кону жизнь Лютика и Цири. Значит, стоит рискнуть. Трис, подумай. Ты правда хочешь по собственной воле идти в логово льва? И к тому же скованный. Да. Я не могу тебе этого позволить. Приятно, что ты обо мне беспокоишься. Но я уже приняла решение. И не стану его менять. Ну хорошо, допустим, они проглотят наживку. Что дальше? Мы заходим, я приставляю Менге меч к горлу и спрашиваю, где Лютик? Не вариант. Менге гнида. Но в одном ему нужно отдать должное. Смерти он не боится. Меня это всегда раздражало в фанатиках. Ничего. Придется брать его хитростью. Какие будут предложения? Может, ты скажешь, что у тебя есть сведения о ложе? Или еще лучше, о самой Филиппе? Он ее ненавидит? Придумай что-нибудь. А как же казна? Если мы что-нибудь узнаем, то хорошо. А если нет? Я думал, тебе нужны деньги Дикстера, чтобы помочь чародеям. Это правда. Но золото можно добыть множеством способов. Это сейчас не самое важное. Постой. Я хочу тебя поблагодарить. Успокойся. На моем месте каждый бы. Нет, не каждый. Довольно. Чародейке краснеть не пристало. Мне все это по-прежнему не нравится. Но... Правда, покраснело. Что поделаешь? Пойдем. Так, а вот с Хатори там, блин, там высокий уровень, 20 Геральт, какой-то. Помню, ну ладно, я справимся. Я знаю, как тебе позаботиться. 17-й. Охотники. Они не будут обходиться со мной, как с дамой. Но я выдержу. Я смогу потерпеть. Цири важнее всего. Поэтому, что бы ни случилось, просто делай свое дело. Этого я обещать не готов. Я прошу тебя. Хорошо? Да, хорошо. Как-то не уверен, он это сказал. Сейчас движуха начнется. Хитростью, как же хитростью-то? Чего надо? Я пришел за наградой. За что это? За чародейку. Не видишь, кого я вам привел?
Это Трис Меригольд. Меригольд? Ну, проходи. Тирас, Трис Меригольд, ты перешел с утопцев на чародеек? За них больше платят. Так от них и вреда больше. Утопец самое большее, рыбака за ляжки покусает. А они убивают королей, плетут заговоры, вызывают войны. И молоко у коров тоже из-за нас киснет. Шутки кончились, Меригольд, раз и навсегда. Подвал ее! Лапы прочь! Что ты сказал? А я чувствовал, что ему нельзя доверять. Ведьмак, ведьма, все одно. На одном костре и закончат. Ведьмак! Это ты знаешь! Это вряд ли. Пошли, Трис, дальше. Давно мы просто не дрались. А, этот падал с арбалетом, я тут думаю, кто там достает-то? Опа. Огня боитесь, да, падлы? Это да. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это меня колбаснуло. Трис, это ты, что ли? Погнали дальше. Кто там чем кидается? Какая падла? Ну, а, понятно. Сейчас мы всю эту долбаную стражу раздолбаем таким макаром. Да че ты? Так, задание дополнено. Убейте Калеб Менгеля. Сейчас убью. Не нахрен проблема. Наверное. Кажется, пронесло. Работа под прикрытием. Это должно быть не твоя специальность. Не моя, правда. Я предпочитаю решение попроще. Нет. Сначала бьем, потом спрашиваем. Может, мы найдем хоть какие-то бумаги, в которых упоминается Лютик. Я обыщу его.
А ты осмотри комнату. Начни лучше со стола. Стоп. Так, кроны меч золотого города. Кукла. Ага, сейчас. Так, письмо Калебу Менге и священная книга Калеба Менге. Давайте прочитаем записку. Не, ну согласитесь, так гораздо веселее. Ну, я имею в виду. Рэш по центру. Так, тут записка. Калеб, у меня новые указания относительно следующей экзекуции. Когда будешь готов к встрече, оставь свою священную книгу в тайнике в колонии Алтаря Вечного Огня на юго-западе обрезков. Встретимся на старом месте. Никому не говори, куда идешь, и никого не приводи с собой. Письмо сожги сразу после прочтения. Емурлак какой-то. Так, а где эта священная книга? Священная книга Вечного Огня, второе издание, принадлежит Калебу Менге. Да чистит пламя твои помыслы мои, да закалит сердце мое, да сгорит все зло и рассеется дымом, да согреется пламенем твоим все доброе, да слетится доброе на твой огонь, как мотыльки добегут от него злые, как звери от лесного пожара. Так, сейчас, секунду. Нашла что-нибудь? Рубаля. В кармане у него ключ от двери. На, возьми. За пазухой. Ничего. Но... Погоди. Что-то в подкладке. Ну? Ключик от сейфа. Возьми. Передай Дикстре с приветом от меня. Не вопрос. Ключ от сейфа, который стоит неизвестно где? Сомневаюсь, что Дикстра обрадуется. Ну, по крайней мере, его головорезы не переломают нам ноги за невыполненный договор. Словом, стакан наполовину полон? И надеюсь, в нем налито что-нибудь крепкое. Я нашел письмо для Менге от какой-то шишки. Видимо, шпиона. Шпиона? Сама посмотри. Контактные ящики, условные сигналы. А, действительно, смердит разведкой за милю. Может быть, этот агент знает что-нибудь и о Лютике? Готов поспорить, только как до него добраться? В письме сказано, как договориться о встрече. И ни слова о том, где она должна быть. Может, Дикстра нам поможет? Он знает все. Ты немного преувеличиваешь. Не уверена. Ладно, тут искать больше нечего. Пора собираться. С удовольствием. Только лучше не через главные ворота. Поэтический сборник Гонсало де Версо. Через главные ворота, ладно. Не, блин, я дверь хотел открыть. Трис, куда смоталась-то? Иди сюда. Здесь мы разделимся. Но сначала надо будет пустить этот сарай по ветру. Верно. Мы оставили здесь слишком много следов. Да. А кроме того, мне надо выпустить пар. Послушай, есть еще одно дело. Только не здесь, конечно, не сейчас. Приходи ко мне, когда сможешь. А теперь пойдем уже отсюда. Крис там полицию начала. Молодец, девочка. Как бы нам отсюда выбраться-то?
Я всегда не вижу, каким образом отсюда выбираться-то. Не, ведьмак так отсюда выберется, это не вопрос. Ну хватит. Я убираюсь отсюда немедленно. И тебе советую сделать то же самое. Ага, только не через телепорт. Пока, Трис. А, ну она через портал фигакнет. Сказать Дикстре о том, что стало известно. Аля. Опять эти тупички, блин. А, муштардом сломаем. Ну, отлично. Там, это еще кто? Господин Ройвен просит на пару слов. Вот же нетерпеливый сучий сын. Что? Ничего, я скоро буду. Кого я вижу? Так, а с Хаттори уже потом разберемся. Ты перестанешь за мной шляться? Да, как только ты скажешь, где моя казна. Мы с Менге не сговорились. Совсем? Совсем. Это объясняет пожар в казармах. Надеюсь, моя казна не пылает вместе с охотниками? Я ее не видел. А 20 тонн золота все-таки сложно проглядеть. Значит, ты пришел ко мне с пустыми руками. Во-первых, это ты ко мне пришел, а во-вторых, кое-что в руках у меня есть. Ключ от сейфа. Я нашел его у Менги. А искать сейф ты предлагаешь мне? Это будет непросто. Но что же делать? Ты и так неплохо поработал. Похвалы можешь оставить при себе. Меня интересует награда. Геры. Все ведьмаки такие бесстыжие, или только ты? Кто-то кого-то там рубит. Ты меня обманул. Что? Ты с самого начала знал, кто вынес мою казну. Но не захотел любезно поделиться своими соображениями. Зато я любезно помог тебе с казной, так что не надо истерик. Я не шучу, Герой. Ты злоупотребил моим доверием. Я как-нибудь пережил. В этот раз, да. Ну хорошо. Пора свести счеты. Это угроза? Напротив. Ты мне помог. Так что тебе полагается награда. Несмотря ни на что. Готов поспорить, ты все еще не знаешь, что с Лютиком. Нет, но я напал на след кого-то, кто может знать. Кажется, какого-то шпиона. Он подписывается как Емурлак. Беда в том, что в письме от него написано, как организовать встречу, но ни слова о том, где. Разрушенный дом в застенье. Дай сигнал, и он придет в тот же день. Перед полуночью. Может, я и не должен спрашивать, но... Дикстра, откуда ты это знаешь? Угадал по полету птиц. Твой сарказм уже утомил. У меня есть недостатки похуже, поверь мне. А под конец нижайшая просьба. Никогда больше не пытайся меня обманывать. Никогда. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Мне пора. И у меня дела найдутся. Нет, ничего такого. Ничего такого интересного больше не скажет, поэтому... Так, сигнал — это, используя ведьмачье чутье, найти тайник. И оставить там священную книгу, тем самым подашь шпиону сигнал о встрече. Так, это у Вечного Огня, да, по-моему? Потом дом застенет. А, кто тут рубит-то опять? Иди, иди сюда. А то ж тут безобразничают паршивцы. Боги,
скидок нет, кредит не дают. Так, а далеко туда? Фигачит-то. Думаешь, так с 300 пришли. Уел. Перный театр. Так, который потом у нас. Пошла. Латва, ты здесь? Шляешься. Волшебная лошадь. Как с ним было, так было. Сейчас только заглянем там в кабак. В один. Я там вроде бы не был. Только мутантов нам тут не хватало. Золтан Хивас здесь сидит. Офигеть. Что ты здесь делаешь, Золтан? Это кто там такой? Эй, хозяйка. Это повар, блин. Так, Гвинс здесь играть не с кем, да, по-моему? Спасибо за беседу. Какого хрен ты здесь ошиваешься? Нормально так поговорили, согласитесь. Любитель, куда уж хуже. Занят я. Ну, они в Гвинт играют, ладно. Фиг с ними. Отвай, иди сюда. Погнали. Как лучше-то? Так что ли? Сына черные убили, жена один. Тайник, да, положить. Я подал условный знак. Шпион должен появиться в застенье перед полуночью. Застенье, теперь давайте глянем, где оно вообще находится. А застенье — это деревня, да? Ну, понятно. Дружба, не дружба. Либо мы правильно направляемся. Так, ворота славы, да? Полуночи. Похоже, это этот дом. Ну, сейчас, наверное, все-таки промедитируем. Не подождать. Да, до полуночи.
лицо условное место. Кто-то сплошные здесь мне половники. Даже слепой заметит. За дверью. Лучшее место, чтобы спрятаться. Класси. Классик. Перед полуночью. Давайте тогда попробуем так, что ли. Значит, полночь. Вау. Трис, откуда Трис? Ты узнала, что... А, нет, это не Трис вообще. Бикстра тебе сказал? Хотя нет, Трис. Именно. А мне хотелось довести это дело до конца. Отличное место для свидания. Угу. Облезлый потолок, грибок на стенах, в углу мышиный помет. Губы сами складываются, чтобы... Тш, тихо, он идет, прячься. Менге. Ты плохо подготовился, очень плохо. Я не знаю, кто вы, но вы вляпались в собственное говно. По шею. Ты увяз еще глубже. Уверяю тебя. Но можешь еще вывести, если ответишь на наши вопросы. Отвечу. На каждый одинаково. Пошла ты. С дамой так не говорят. С дамой нет, а с ведьмой можно. Можно. Но не с... Поумнел? Да. Конечно, выдержишь. Я только начинаю. Лиз, перестань. Сперва пусть. Я прошу. Ну как, будешь говорить? Зависит от вопроса. За Геровина мне еще. На кого ты работаешь? На кого ты работаешь, он не ответит. И речи быть не может. Ты уверен? Да. Делай, что хочешь, ведьма. Этого я не выдам. Где Менге спрятал казну Сигеровина? Не имею понятия. Ты отдаешь себя чем? Что хватит одного моего слова, чтобы ты снова был от боли. Да, но все-таки я сказал, что ничего не знаю. Это вам ни на что не намекает. Он говорит правду. Похоже на то. Мы ищем Лютика. Я знаю, что он попал в руки Менге. Так это все из-за него? Из-за ебаного министреля? Вы не могли сразу сказать, вместо того, чтобы херачить меня магией? Не верю. Из-за такой мутаты! К делу. Лютик на храмовом острове. В тюрьме под святилищем. Менге задумал для него показательную казнь в Оксенфурте. Боюсь, эти его гастроли придется отменить. Как вытащить Лютика на свободу? С острова возвращаются исключительно по приказу Менге. Отданному лично. Зараза. Мы справимся. У меня есть лист. Я потом тебе расскажу. Хватит. Мы узнали все, что хотели. Я безмерно рад.
Надеюсь, что в таком случае мы забудем об этом неприятном происшествии и... Не так быстро. Геральт. Знаю. Он слишком много видел. Но как же? Ведь я вам... Я ничего никому! Или он умрет, или я лишу его памяти. Сотри ему память. Но... Я же помог! Помог! Это не страшно, даю слово. Кайсли, Ангел. Ты сегодня показала когти. Ты так это называешь? А я бы сказала иначе. Я показала, что немногим отличаюсь от этих выродков. Я... Доделаем все, что нужно, и пойдем отсюда. Я хочу вернуться домой. Умыться. И напиться. Может, я тебя провожу? Не сегодня, Геральт. Не сегодня. Есть еще кое-что, о чем я хочу с тобой поговорить. Критические дни, видимо. Попозже. Менге мертв, но мои неприятности не закончились. Ты говорила, у тебя есть мысль, как освободить Лютика. Да. Мы знаем, что он должен быть отправлен с острова в Оксенфурт по личному приказу Менге, верно? Точно. И в этом вся проблема. Менге умер, значит... Об этом знаем только мы. Он ведь мог убежать во время пожара. Значит, может и вернуться. Он или кто-то очень-очень на него похожий. Дуду, короче. Верно. Надо найти. Я думала о твоем знакомом Дуду Бибервельте, который принимал облик купца Низушка. Лютик говорил, что он был тогда убедительнее оригинала. До такой степени, что банкир Вивальди дал ему взаймы пару тысяч крон, не моргнув и глазом. Ага. Только он скрывается. Может, Присцилла нам поможет? Надеюсь. Опять скрылась. Говорить с Присциллой. Так, ну, с Присциллой это понятно. Время сейчас 34 игрового. Так, вот задание меня интересует по поводу. Мастер Броник, нет, какой у нас там? Что-то как-то. А, нет, это не сейчас. Дом с привидениями. Это где? А вот мечи и вареники. 24-й левел. После заката, соответственно, с чипом Хатуре. Сейчас нам покажет интересное это место. Зайти, что ли? Ну да. Так, это надо... В принципе, какая хрен разница, что-то пока не хочется. Давайте сокровище графа Ровина. Блин, забыл, где там Присцилла-то обитает. Присцилла. А это рынок на площади Иерарха, да? Ну, хоть Дуду увидим. Воучи. Хей-хей. А, она здесь живет. А, ну да, точно. Как-то хрен-то называется. Чувак,
Всюду тьма! Вижу тьму! А, зимородок. Тьму, ты нажрался, барыш. Ты тьму не видишь. Так, она здесь. Да? В зале, что ли, или наверху? А, она наверху у себя. Никогда с вами тут разговаривать. Что, блюет, что ли? А это этот дом с привидениями, что? Я знаю, где Лютик. Где? Подземелье храмового острова. Дурная шутка. Я не шучу. Ну не волнуйся, Трис придумала, как его вытащить. Нам нужно только найти Дуду. Значит, тебе надо найти Дуду, чтобы найти Лютика, чтобы найти Цири? Похоже, тебе предстоит страшно много поисков. Желаю удачи. У меня нет выбора. Я должен встретиться с ублюдком младшим. Ты не знаешь, что ли? Может, он что-нибудь знает. До свидания. То есть надо найти ублюдка младшего. Так получается, да? Так, отправиться на ринг. Так, кулаки ярости. Давайте, кулаки ярости, что ли, там. Где это, блин? Блин, обратно, что ли? Вы что, издеваетесь? Нахрен. Одни воры, девки, убийцы. Это присылка какая-то, действительно. Эй, ты чё? Неадекватно. Я ничего. Случайно же по жопе задел уже, чё. Хотя бы левел подтянуть, чтоб там, а там уже видно будет уровень Геральта. Так, ворота славы. За пчелками ухаживают. А, вон она. Ох, скверно-то как. Мы ждали тебя. Уже принимаем ставки. Ты был взвешен, измерен и найден легким. В каком из миров ты мог бы меня победить? С виду чужак худосочный, но не забывайте. Верене, он одолел самого сержанта. А что, все чемпионы Новиграда были таким зазнавшимся говном, как этот эльф? Нет, я первый. Знаешь, почему меня называют портным? Я раскроил немало людей. Вот этими вот руками. Я знал, что ты расскажешь какую-нибудь говенную историю. Я пришел сюда драться с портным, так что начнем. Жители Новиграда, через минуту вы станете свидетелями знаменательного события. Перед вами Геральт из Ривии выйдет против портного. Ну-ка, иди ко мне. Дядюшка Дурден сошьет тебе новую мордочку. Это убийца. Сдохни! Так, ну-ну.
контратаках будем его херачить. Давай. Упс, хорошо, он задел. Тут он. Ух ты, блин. Последним досвете держится Гэт. Все готов. Дурден больше не чемпион. С этой минуты титул принадлежит Геральту. А если хочешь еще кому-нибудь рыло начистить, в Велине и на Скеллиге тоже найдутся мастера кулаки почесать. Это да. Так, что там с уровнем-то? Там что, совсем чуть-чуть, 75 осталось. Так, задание. Так, ну, вообще-то... Так, уверенность Северна Раше выиграть. Так, урок фехтования давайте. Капитану Стража об уроке фехтования. Сейчас должна карта... место появиться. Да, должна. Это мост Святого Григор, да, оттуда легче попасть. Хорошо. А дождь все не перестает. Знать, что чародей Реми Велерой заочно приговоренный к смерти здесь. Довольно этого этикета. Ломай теперь, заходим. Проваливай отсюда, приблуда. Чтоб я тебя тут больше не видел. А, нет, там можно помочь. Что это значит? Честное слово, вы... Давайте порежем этих охотников. Выходи, ведьмак, а то и для тебя кандалы найдутся. Помогите, они меня сожгут, сожгут живьем, а я ничего. Ничего? Ничего? А кто составлял отравляющие эликсиры? Кто ложе чародеек помогал и рапорты им высылал по мегаскопу? Кто чарами людям голову дурил, а? Мы знаем тебя, Реми, и тебя, и твои преступления. Это было давно. Этого больше не повторится. Да уж, мы об этом позаботимся. Заковать его! И сука его тоже! Мама! Я этого не позволю. А твоего мнения никто не спрашивает, мутант. Что-то мне подсказывает, что мы все-таки договоримся. Без слов. Ко мне! Иди, иди сюда. Там маг там их фигачит. Спасибо. Если бы не все, ты, договорились. Они бы убили меня. А Луиза и малыш. Страшно подумать. Прис Меригольд, найди ее. Может, она сумеет тебе помочь. Хорошо бы. А пока возьми. Я чары на время оставлю. А тебе может еще и пригодиться. Хотя бы для следующей встречи с охотниками. Да, что-то мне подсказывает, что она состоится совсем скоро. Будьте здоровы. Малый рун на экране. Корона, меч охотников мне нафиг не нужен. Так, без чего? Корона. Это пригодится. Старших рун описание. Ну ладно. Еще старших раз описание. Уж немного ли?
большой тучи, большой дождь. Что-то пока дрались, тут такой охреневший дождик пошел прям. Офигеть. Так, мы направляемся вот сюда. Быстрее будет мост Святого Григора. Все такие неуклюжие. Где там капитан стражи? Че-то он это без башки. Эй, капитан, блин, стражи. Приветствую. Вы нормально, по какому говорю. Делу? Я договорился с Розой об уроке фехтования. Отлично. Геральт из Ривии, правильно? Барышня как раз вышла погулять к храмовому мосту. Просила, чтобы вы к ней присоединились. Интересный, чувствую, будет урок. Спасибо. Это не засада. Встретиться с Розой. Блин, к храмовому мосту. Это же, блин, через весь Новиград. Фигачить. Вообще-то нет, храмовый мост где он? А, вот он. Храмовый мост. Южные ворота тогда мне нужны. Не по поводу же религии болтать будем. Где это хреновина? А, вот. Самые близкие, что ли? Ну да. От южных ворот. Небо плачет. Шевелись, плотва. Всегда гуляешь с полком Нильфгардской пехоты? Всегда. Папа велел. Это для твоей же безопасности, Роза. Люди нас здесь ненавидят. И за что это? Что я им сделала? Да хватит об этом. Солдат, можете идти. Но его превосходительство посол Варатре говорил, что... А мое превосходительство говорит совсем другое. Ты его не узнаешь? Это Геральт из Ривии. Лучший фехтовальщик Севера. Мне с ним ничего не грозит. Ну, кругом, шагом, марш! Раз, два, раз, два! Наконец-то! Ну, Геральт, пойдем. Я тебе кое-что покажу. Мы условились об уроке фехтования, а не о прогулке, так что... Знаю, Геральт. Не нуди. Просто иди со мной. Плачет. О! Да, лучше пробежимся. Да, прогулочка была. Такой погодка. Как вообще фигачим-то, блин? Это заманивает. Видишь ли,
Я подумала, что вместо занятий в затхлом подвале мы можем пофехтовать на свежем воздухе. Поединок на мосту, как в романе. Ну, вынимай меч. У меня только серебряный и железный, а мы должны учиться на деревянных? Должны. Но приятнее всего делать то, что нельзя. Разве нет? Как пожелаете, барышня. Только чур потом не плакать. Если что, дам тебе платочек. Защищайся! Ну давай! Перестань! Я сдаюсь! Ты в порядке? Да. Единственное, что ты серьезно ранен. Мою гордость. Порубав капусту. Кстати, откуда у тебя взялся интерес к фехтованию? От скуки. Знакомых у меня здесь нет. Отец меня держит в ежовых рукавицах. И все время одни банкеты. Ненавижу банкеты. Ага. Разговоры скучные, еда гнусная, выпивка херовая. Вот именно. А с мечом в руках я могу хотя бы немного подвигаться. Выпустить пар. Выпустить пар теперь так называется. Ну хорошо, так что теперь? Возвращаемся домой. Только, Геральт, я понимаю, что это немного невежливо. Извини, но у меня съехал корсет. Ты можешь ненадолго отвернуться? Он мне в кожу впивается. Я понимаю, что женщина должна следить за внешностью. Но драться в корсет, он же сковывает движение. Роза! Зараза, сбежала. Если с ней что-нибудь случится, Варатра оторвет мне башку. Она не могла уйти далеко. Так, новое умение. Так, ладно. Это была 56-я часть видеопрохождения игры Ведьмак 3. Дикая охота. С вами был Горыныч. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Пока.